Друзья, всем привет! Вы на канале «Наша охота и рыбалка». Меня зовут Михаил. Я снова хочу поготовить сегодня. Готовить буду деликатес. Каждый охотник жаждет попробовать именно на охоте, на природе. И речь идет о печенке. Печенка с оленя. Печенка – это продукт, который просто богат на всякие возможные витамины. Там сколько всего находится, я даже перечислить не могу, потому что я там читал про это много, ну там очень много. Я знаю, что олень питается у нас лишайниками, мхом, зеленью, и практически в 100% случаев в олене нет никаких паразитов. Этот продукт, оленина и печенка в том числе, способствует выводу токсинов из организма. Короче, это крутой продукт, и его надо готовить. Есть дохрена рецептов, очень много разных. Они все, безусловно, вкусные, но я хочу поделиться одним конкретным, который нравится лично мне. Короче, приступим, погнали. Печеночка оленя. Свеженькая. Снимаю пленочку с печенки, она дает горечь, и печенка становится не такая мягкая, сочная, как должна быть. На фотоаппарате такая картинка, что хочется ее просто так съесть. Лех, ну я тебе могу отрезать кусочек, если хочешь. Ну, охота уже состоялась, поздняк метаться. На самом деле, вырезаем все лишнее с печенки. Все, что не печень, нужно вырезать, друзья мои. Все жилки желательно. Вот. Все, конечно, не удастся, но по максимуму их нужно отрезать. Вот эти вот. Мы сняли пленку с нашей печени, почистили от всех жилок. Ее надо сейчас порционно порезать. Я стараюсь кусочки делать покрупнее, чтобы в тарелку было что положить, короче. На кусок хлеба. Да, чтобы на кусок хлеба помещался кусочек этот. Ну, немного расскажу о рецепте. В охотничьем домике сейчас мороз на улице, подготовили овощи. У нас будет печенка с овощами на самом деле. Для этого нужны помидоры, лук, морковка, зелень, сельдерей и перец. Все, соль, перец еще и специи. Все, мы сейчас все это закладываем послойно в казан, закрываем, поджигаем и ждем 25 минут, и наше блюдо будет готово. В течение 25 минут пару раз мешануть, и через 25 минут мы получим сочную, мягкую печень, которая будет таять во рту. Первым делом выкладываем морковку. Она защитит нашу печень от жара, который на дне казана. Выкладываем слоем ее. Ну, режем по кругляшками, как вы видите, морковку. Ничего сложного, по 0,5 сантиметра выкладываем ее. Морковку выложили, следом идет лук. Лука я не жалею. Лук также нарезан кольцами. Закладываем второй слой лука. Лук готов. Морковка, лук, следом идет печень. Печень порежем сейчас. И выкладываем. Скользкая печень. Просто ножик надо точить. То, ножик наточен, то, что надо.
картинка бомбезная. Ну куда же без помидор? Следующий слой помидорами. Закрываем все это дело. Следом сельдерей. Посолить, поперчить. Ни одному кажется, что водки не хватает. Ее всегда не хватает, Леша. Но у меня есть. По снайперской точностью была положена жопочка прямо в центр. Зелени. Повторяем второй слой со второй печенкой, только без моркови. Если так, маленький секрет небольшой. Наверняка многие готовили мясо разное там. И вот оленина – это единственное мясо, которое не меняет своих размеров, не ужаривается. То есть какой был кусок при термообработке, таким он остался. Все остальное мясо, естественно, ужимается. Никогда не было там бургеры готовить или еще что-нибудь. Вот такой стейк, по факту, вот такой получается жареный. Оленина не изменяет своих параметров. Она размером остается точно такая же, как и была в куске сырая. По факту есть просто один маленький секрет. Ты оленя же не шприцевал, блин? Не, не шприцевал точно. Ее, анаболики там всякие. Да, да, вот чистый он и останется продукт, таким да. же. А в магазине уж извините. Это экспромт для тех, кто пишет в комментариях. Жуйте мясо из магазина. Ну что, мы заложили все слои, которые необходимы. Печенку, лук, морковку, все в казан слоями. Закрываем крышкой и поджигаем. Ну что, прошло 10 минут, пора первый раз перемешать. Посмотрим, какая красотища. Друзья, вы не представляете, какой запах. Блюдо наше готово, прошло 20-25 минут. Запахи стоят здесь бешеные, просто невозможно. Давайте снимать пробу. Друзья, вот так это выглядит. We'll be right back.
Готово. Мягенькая, смотрите, какая она. Всем приятного аппетита. Питайтесь правильно, готовьте чаще и вкуснее. Увидимся. Пока. Ну и не забудьте поставить лайки, оставляйте комментарии, пишите свои блюда, которые вы хотите, чтобы я приготовил. Рад буду почитать.